Дельта-штамм коронавируса обнаружили у троих жителей Жамбылской области. Всем заболевшим понадобилась помощь медиков. В регионе на этом фоне ужесточают карантин. Эпидемиологическая обстановка опять обостряется. Не только в Жамбылской области, по всей республике. По нашим данным, вот по области за неделю рост отмечается на 2-3%. В Жамбылской области выявлен у трех пациентов лабораторно подтвержденный дельта-вирус. Поэтому, конечно, мы очень обеспокоены. Новое постановление главного санврача вновь запрещает массовые мероприятия и призывает к соблюдению санитарных норм. Сегодня область из зеленой зоны перешла в желтую. Медики фиксируют увеличение числа зараженных и радуются каждому привитому. В регионе даже отпраздновали 200-тысячного вакцинированного. Им стала 83-летняя пенсионерка, бабушка 20 внуков и 13 правнуков. Сама пришла на укол и агитировала последовать ее примеру. Чего бояться? Нечего бояться. У меня в семье все привитые. Я последняя осталась. Надо уже остановить распространение болезни. Нужно вакцинироваться. Лучше сейчас получить вакцину и быть свободным, чем бояться выходить из дома.